Всем хай! С вами Юджин, и друзья, у нас сегодня с вами необычайный случай. Игра, о которой я вообще не ждал, что она когда-либо выйдет в сиквеле, станет сиквелом, точнее. Hello Neighbor 2 вышел, представляете? Hello Neighbor. Мы, кстати, не прошли с вами первую часть, и вот мы играем с вами в демку второй части. Настолько была эта успешная игра, настолько она у нас хорошо заходила, что я ее не прошел до конца. Я вообще очень славлюсь тем, что я делаю востребованный контент. Всегда, когда меня просят, я его... Я не делаю. Простите меня, друзья, я не знаю. Я человек настроения, и вот хочу, делаю, не хочу, не делаю. Вот трудно мне себя перебороть, но я буду стараться справляться. И начнем мы с Hello Neighbor 2. Очень интересно, что будет в этой игре. Не думаю, что мы будем с вами проходить первую часть. Хотя посмотрим, посмотрим. Опять же, как получится. Сейчас давайте просто опробуем эту вторую часть. Я не знаю, она наверняка с сюжетом как-то связана, но я его не знаю. Вы знаете, конечно же, поэтому считайте, что вы играете мной. Симинг. Симинг? Миссинг. А, он пропал. Что это за чувак с клювом? Мутант Ворон? Это игра что, мистическая? Какие у нас интересные наколенники. Наша задача, судя по всему, вон он. О, боже мой. Что это такое? Давайте попробуем проникнуть в дом к этому чучелу. Слушайте. О, блин, нифига себе. А, черт, куда ты меня тащишь? Куда меня выкинул? О, это очень похоже на старый дом соседа. Оба, стой. Вернись. Куда можно поставить? Так, чтобы было незаметно. И в то же время эффективно. Присели. Не сюда. Все, есть. Уи. Так, побежали за остальными предметами. А, ну, кыш отсюда. Что за вороны? Что это значит? Во, вот это прикольная механика. Ну-ка, а если я вот сюда стану? Я себя увижу? О, я себя вижу. Давайте, как в прошлый раз. Мы, как правило, с вами заходили с обратной стороны. Да, это тот же самый дом. Воу. Что это за свалка? Смотрим. Вон он за домом. Вон он. Посмотрите на этот дом. Он стоит на таких странных ножках. И у него нет пола. Я, кстати, вот не запомнил, куда конкретно он положил ключ. Нам показали в катсцене, что он ключ куда-то положил. Воу. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Стоп. Обратно. Лучше обратно. Оп. Беги! Стоп! Вот он! А! Блин, посмотри, что он делает. Он прибирается здесь, он куда-то мусор тащит. А-а-а! Нифига себе, какой зум. Вот это зум. Я впервые вижу, чтоб так камеры зумили. Смотрите, сыпется штукатурка с потолка. Значит, мы знаем, что он наверху. Мы точно знаем, где он ходит. Это удобно. Вот, сюда. Все. Мы внутри. Что это? Душевая? Смотрим, где этот чел? Наверху. Окей. Что это за конвейер такой? Ладно, пока его нету, давайте смотреть. Конусы. Что это такое? Бутылка какая-то. Кинул его! Побежали! Черт! На тебе! А! Он кинул меня в ответ! А ну отойди от меня! Что это? Вау, неприятно. Есть ли смысл эксплорить эти дома? Он явно тут не ходит. А вот этот дом, там свет внутри. Во, мы можем зайти в него. А, ну это просто декорация, да? Все, мы не теряем больше времени на это. Что он сделал? Чем это он прыснул? И в кого? Он что, прыснул струей воды в воронов? Смотрите, теперь летают вороны прямо тут. Он вышел. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слушайте, когда он бежит с тобой, очень неприятно. А, все сжимается. Давайте покажем его. Есть! Это работает, все. У нас теперь есть необычайная сила в руках наших. Это мешок с мусором. А ну иди сюда. Ты! Ну-ка, блин. Получил? Ой, нет, я думал, можно будет сейчас его взломить. Все, заходим. Тихо. Не спалил. Здорово. Он к машине пошел. Это наш шанс. Блин, что за звуки? Что за звуки? Что такое? Да что происходит? Да что это происходит? О, мне нечем обороняться, вот мешок. Есть. Да, детки. О, блин! Да что за... Что ты... За нет! Схватил меня. А что меня... Что меня кот сюда меня выкинул через окно? Нет. Стул. На! Было неловко. На! Я не понимаю, что это за чучело. Я вообще думал, что это игра про людей. Короче, здесь какая-то ловушка, судя по всему.
Да я выкину в тебя. Давайте посмотрим, что это такое, что на нас влияет так пагубно. Вот ты красная, может быть? Вот эта труба. Видите? Она нас фотографирует. Все, ухожу. Блин, фу, это было неприятно, я не ожидал. Да не трогай меня. На, скорее. Ой. Да блин, он сразу хватает. Хорошо, что он пошел так далеко. Это наш шанс проникнуть внутрь. Он идет ко мне, наверх. О нет, а это что такое? Шкафчик. Отлично, он должен пройти сам наверх. Как только он там окажется, не станет же он себя закрывать. Мы сможем проникнуть за ним вместе. Эта дверь настолько хорошо меня прячет, что он несет мешки с мусором. Куда он дальше пошел? Успел. А! Нет! Да не трогай меня! Дайте швырнуть! Да не меня! Все, пошли за ним! За ним! Он закрывает за собой! Смотрите, какой-то девайс. Давайте кинем. Что это такое? А, это провод, розетка. О май гад! Не трогай меня! Не трогай меня! Я напнул его! Эй! Да блин! Стой! Возьми что-нибудь! В мешок! Все, кидай! Черт! Все, вы поняли, это работает. Скорей, внутрь! Ты берись! С какой стороны побежал? Нет! В дырочку! Да чтоб тебя! А что происходит? Получай! Где эта фигня? Быстро в дырочку в окне! Все. Надо понять, что к чему можно подключить здесь. А что если нам попробовать каким-то образом забраться наверх? Ой, здрасте, мистер Ворон! Не трогай! Фух, прям пролетело вот так, миллиметраж. Домой, к нему. Смотрите. Вот, мне кажется, есть какая-то розетка. О, мама! Почти спалил меня. С помощью этой розетки мы сможем включить все эти картины, да? Я не понимаю, на что я наступаю. Икс. Нельзя на крестик наступать? Воу. Что это работает такое? Я не понимаю, что это за механизмы. Смотрите, он забил доской. Чтобы нам не путаться, давайте все складывать здесь. Все полезное. Фуникулер. Этот мир настолько выглядит, знаете, юзабельным, как будто бы ты все можешь тут использовать, все окружение. Но при этом он пустышка. Вороны, что-то вы мне хотите сказать? Я что-то подобрал, и они ушли. Вот еще вороны. Они просто говорят, когда есть полезный предмет. Что он делает? В чем его фишка? Мне нравится, что он что-то делает. Такое ощущение странно создается, как будто это реально существо, которое что-то там запланировало, но мы ему мешаем. Он просто носит стулья и мешки с мусором туда-сюда. Слушай, он прям шуршит, как будто бы мешки, знаете, так аккуратно складывает в стопку. Что это? За шторами можно прятаться еще. А это что такое? Я не знаю, что я взял. Воу! Мы подобрали, оказывается, какой-то фонарь, который можем просто поставить. Как-то так. Вот, как-то так поставить, и он очень много всего освещает. Ай, май гад. Смотрите, мы можем полить его. Он не знает. Я сломал. Исчезло. Я не знаю, что это такое, что я делаю. Что? Оно в меня пуляет. Бегом. Нет. Не трогай меня, сказал тебе. Есть. Под затыльник ему. Стоп. Где провода? И в чем прикол? Весь прогресс запороли, представляете? Да, в принципе, толку от этих проводов, я даже не знаю, куда их применять. Окей, обезвредили. Мне кажется, у меня есть идея. Давай, открой! Я же швырнул в него! Давай, есть! Побежали! Да что ж такое? Брать! На! Не дает мне ударить его. Я, если честно, вообще не понимаю, что мне делать здесь. Ничего не понятно. Вот он ходит. Вот я ему навалял. Давай еще немножечко. Не работает так, что ты много раз можешь в него кинуть. Что это за крестик?
Что означает? Смотрите, где он ходит. А что он там делает? Вот где мы еще не смотрели. Как он туда попал? Это кран подъемный. От него идет провод вот сюда, на эту платформу. Кажется, вот куда нам нужно... Вот куда нам нужны были эти провода. Только как туда попасть? Ой-ой-ой. Опасность. Нет, я не знаю, как отсюда выбраться. Сейчас. Черт. Что происходит? Где я? Я застрял. Нил, бери хоть что-нибудь в руку. Швыряй в него. Ребят, отвернитесь. Невозможно. О, все, ты закончил со мной? Получается, мы можем вот сюда попасть. Стой, коробка. И прыжок. Уф. Тут паркур тоже решает. Давайте попробуем вот с этой трубы прыгнуть. Хоп. Есть. Окей, забрались. В чем прикол? Прикол, наверное, в том, что мы можем попробовать... Ой-ой-ой, стой. Прыгнуть вот сюда. Давай. Есть. Я не уверен, что игра должна так играться. Давай. Нет. Там решетки на окнах. Смотри, там какие-то пропеллеры. Там целая куча изобретений. Да, я не смогу туда пробраться через окна. Но, может быть, я смогу допрыгнуть до крыши. Прыгнуть со всех сил. Есть. Еще раз. Давай. Есть. Опа, огнетушитель есть. Нам нужен ключ от этого дома. Мы сюда еще вернемся. Вот тут еще есть коробочки. И мы можем куда-то по ним забраться. В какое-то очень интересное место. А хорошо, мы здесь. Тут есть дверь и хлам. И ничего полезного. Вот помойка. Вон окно. Вот труба. Никак. Опа, есть! Есть! Можно. Давай. Я уверен, что это не так играется, но... Но почему бы не попробовать? Хуже назойливого соседа может быть только сосед-читер. Есть! Давай! Есть! Что тут есть? Ничего нету, что ли? И здесь ничего нету. Ну, есть помойка хотя бы. Это уже что-то. И сейчас ныкаемся. Воу. Как мне пройти? Никак. Это говно не дает пройти. Но погодите. Не падать. Я просто... Спикировал в помойку прямо. Окей, мы тут, а? Заходим, посмотри. Мы тут. На крышу! Да! Мы на крыше! И все. Мы победили. Мы прошли игру. О, как много всего интересного. Это кухня, мы здесь были уже. Мои провода? Мои провода здесь лежат. Это вороны, что ли, сюда притащили? Но, однако, получается, что нам нужно было сюда лезть. Я бы даже сказал, суждено. Ладно. Вот и мы тут, а? Стоп! О, как идеально прыгнул! Ну? Куда? Теперь! Внимательно! Ага, можем пока убрать. Но я не хочу пока убирать. Ставим. Эта штука должна быть здесь. Какой-то генератор. Посмотрите, куда пошел? Во! Во! О, нифига себе он может. Оказывается, он может в любое место прийти. Смотрите, целая куча ворон. Это единственное место, где их целая куча. Еще вот там есть. Слушайте, походу, это все мне нужно. Все эти места. Ой, я упал. Ой, я жив. Что? О! Что я делаю? Смотрите. Я раскачиваюсь на этой штуке. Полагаю, нам нужно как-то раскачаться, да? Да я не знаю, что делать, мужик. Давайте отпустим. Оп. Бегом. Ай-я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 й. Нет. Ладно. Вот там гнездо есть целое. Может, туда пойти посмотреть? Окей. Может, вот тут как-то можно забраться. Вот, да, здесь точно можно. Да. Опа. И мы выше забрались. Да ладно. Прям сюда и надо? Вау. Мы в доме. Здесь ничего нету. Нам до гнезда рукой подать. Мы не можем сдаваться прямо сейчас. И вот так по бортику мы можем аккуратненько протиснуться. Какой офигенный вид. Ну ладно, у нас нет времени. Мы спайдерменем. Черт. Вот. Мы встали на краешек. Вот оно как. Ай, замечательно. Есть. Все выше.
все ближе к вороньему гнезду. Это пасхалка, надеюсь. У нас есть возможность допрыгнуть до этого контейнера. Не знаю, что это такое. У нас получилось. Попробуем. Давай. Есть! А мне так нравится это делать. Это даже интереснее, чем сама игра. Здесь аккуратно не слететь. Мне лень подниматься снова. Точно надо за эту доску зацепиться. Вот. Вот. Ага. Вау, колесо обозрения. Вау, воронье гнездо. Стой, что это? Я здесь реально что-то нашел. Оказывается, сюда можно было и нужно было лезть. То есть, разработчики понимали, что кто-то вот так, как я, полезет? Ну вот, нашел я этот фотик. Что еще? О, даже зум есть. О-о-о-о. Как всегда, мега крутой зум. Слушайте, я боюсь что-нибудь случайно увидеть, какую-нибудь стрёмную вещь. Например, то, что там кто-то есть. Кто это там? Кто-то есть. Ну-ка. А здесь? Здесь человек. Я даже не знаю, человек это или нет. О, стоп, смотрите. Стул, а на нем какие-то предметы. Это вот эта вышка. Мы должны использовать окружение. Причем жестко должны использовать. Тут там есть люк на крыше. Это крыша заправки. Ух, как это интересно. Ну ладно, игра. Ты становишься интересней. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спускайся. За фотиком! О! Нельзя терять такую крутую штуку. Нам известно, что теперь нужно делать. Надо идти в то поле, где статуя ворона, и забраться на вышку на ту. Это мы все сделаем в следующей серии. Друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Мне очень понравилось. Я думал, что эта игра будет каким-то шлаком неинтересным. Это при том, что я знал, что это будет демо-версия и так далее. Но сначала я подумал, что просто тут даже невозможно ничего пройти, никакого прогресса невозможно достичь. Однако... То, что казалось бы сначала просто шалостью читерской, оказалось действенным средством по достижению цели. Это очень прикольно. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то кучу лайков нашлепайте. Чем больше, тем больше вероятность, что мы поиграем с вами очень скоро в эту игру. Огромное всем спасибо еще раз, друзья. С вами был Юджин. Люблю вас всех. Обожаю, обнимаю, обнимаю. И, конечно же, 5 напоследок. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5.